люблю, у нас сегодня не получится. Спасибо. Одна из... Спасибо огромное. Одна... Подождите, еще не выходим. Подождите секунду. Одна из лучших песен. Ну, нет. Я считаю, что одна из лучших стихов на военную тему Вадима Семеновича. Ну, получилась вот такая песня. Я всегда говорил, что я брал пример с Бладшалыча. Извините, начинаю заговариваться. Брал пример с Бладшалыча, который свои стихи, ну, мягко говоря, распевал под музыку. Так было удобнее. И каждый поэт же поет свои стихи. Вознесенский пел, Рождественский. Вот. И вот Рождественский, кстати, сказал, что это одна из лучших песен на военную тему. Он вчера не вернулся из боя. Oh,
лбу отражается, в лесу под водой где стоят голубые, нам и место в земле хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одно, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одно, только кажется мне, это я не вернулся. Спасибо.